Я надеюсь, разберетесь. Ага, Я пойду почилю. стрим есть, если чё. Так, Пушилина вместо Холича. Бентли чилит. Глю заходит, и все нормально. Так, кого-то я вот так вот свищу. Сейчас спрыгну в танк. Так, глю, сейчас промотаю. Так, Холич, мы, ну я вас кикну там. Да, 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 потом, да, когда будешь начислять, возьмешь. Все, пушили, ну глю надо сумнуть хотя бы, чтобы хилил. Еще раз шкаф ибоните. Тык на сумму. Феникса и Пушилину еще смоньте. Пушилину сумму. И Феникса еще. Вара. Все, погнали там трэш. Ага. 500 и... Надо потом расценки посмотреть. Короче, я пока приведу слева-справа. Я справа пошел ввести, еще слева притяните, кто там обув, чтобы они все сюда поднялись. Будем вешать. Блять, началась беготня. И напуливайте по КД там на кого-нибудь. Бля, зависла, я думала, дисконный шапешек завезут, но нет. Блин, как я хочу, Чивава, у тебя же есть эта параша, чарка, которая, как ты говорил-то, линковал тогда, сокруши, этот, блядь, увечья хуярит. Блядь, я вот эту хуйню хочу за мишку себе, сука. Просто прям не знаю. Что, кстати, говорят, сделают опять листок нормальный. Блять, я вот думаю, надо нам пятый хил или нет? Или мы так крутые? Колю, три, три, глю. Не надо, да, не надо. Ну ладно. Дермич, кстати, нихуя. Кто еще почилить хочет? Есть такие? Сейчас Дермича возьмем, я советую. Почилили в Эрдру как раз. Танчить будешь. Дермич-то посерьезнее танк. ДКшник все-таки. А я буду здесь. Кто почилить хочешь? Блэкич, ты почилить хочешь? А, или... А я хотел почилить. Ну, Жира. Ну ты хил, ну, блядь. Ну давай, Блэкич, с Эджура киньте ролл. Кто больше кинет, тот почилит. Так, Блэкич, чилишь, короче. Дермич, пошли, танканешь по фасту эту хуйню. Тут изи. Так, короче, в Эрдру не буду спекаться, в сове буду, да? В четвером точно заебись все будет. Захилим, да? В принципе, гимны есть там, если что, блядь. Крикнем. Так, Дермича свичнуть куда-то. Вместо... Кого, блядь? Вместо меня. Там внизу ставьте шкаф. Дермича сумоним. На боссе Дермич первый... Чивава второй и третий про товар на трэше реслин. Пушили на, ты где? Тут я.
Так. Кубы. Барбарос. Че я на вас так метки ебану? Так, кружок, звезда. Ромбик. Треугольник. И луна. Так, на кубах получается. Барбарос, звезда. Если кто лагает, сразу скажите. Спейси, кружок. Уничела, ромбик. Так, кто там еще? Давай, Эндертуч. Треугольник. И я на луне тогда. Для СПД ко мне подходить. Берите банки там. Обжирайтесь пока что. Рыба есть у кого-то? Ебать, СПД исчезает, смотрите, как быстро. И маги, дайте столик. Возьми банки вон, просто рыбу дай все. А где она? Ячейка. А, последняя. Так, беру рыбу. Сейчас поставлю тогда. Поставил рыбу, ешьте. А, столик ебану. Там с определенного звания, Бобр, только сам брать можешь. Я не знаю, кто мили выдает. Ну, у кого там есть права мили взять, там чувава или кто там, возьмите. Все, проверка. Заходим, кто поел. Котяра готов? Кто? Не знаю, про что дерьмич спрашиваешь. Давайте пуляйте. Максимальная выше. Нет, уходим просто за вещи. Сейчас еще на приплоты будет время. Так, напоминаю по танкам. Дермич первый. Второй чивава. Третий протовар. Там сейвы прожимайте, там всю хуйню. А ты поставил людей на кубы? Я что-то просто не слышал. Да, вон они, кубы. 5 человек. Ебать, сколько времени у нас. Три секунды. Давайте сразу Геро. Да куда? Я танчу, ё-моё. Сбилась.
с печатью там не забывайте стопать дамаг. Зачем ты забрал варту с меня? Че он там, блядь, будет вспышку кастовать сегодня, нет? О, вспышка. Нажимаем кубы. Нажимаем, вот, отпускаем. Подводим к демонам. Демоны выходят сейчас. Рога там напуливай. Первого и четвертого. Все по демонам фулл ДПС. Зергаем демонов. Хотя бы первых три. Последнего демона там. Веди демона вместе с боссом в центр уже. Сейчас кубы смотрим какие. Становимся по кубам. Еще разок, наверное, будет. Так, опять демоны. Нажимаем кубы. Нажимаем, нажимаем. Все, отпускаем. Подходим к демонам. Да не забирай рано, 3%. Играем только по демонам, вот этих демонов хуярим в приоритете. Так а почему вы боитесь босса перевести? Бейте, 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 бейте демонов. Сейчас хотя бы первых три убьем, потом босса будем переводить с одним демоном. Так а можно же перевести босса? Хуярьте, говорю. Сейчас зауешить босса. Хуярьте. Демонов убейте, главное, первые три. Все, кафе. Все, пошли, пошли к решетке, к звезде. Диспелим также, сейчас демоны к нам подойдут, их пока бьем, пока босс там. Демонов всех уярим. Вон там недобитый лоу хп, его добьем. Пол хп у демона. И последнего доигрываем, а уешим через босса. Ну и все, хуярим. А, чувак, ты мне малину испортил. Че испортил? Я хоть винер дам, я хотел сам нарезать. Посмотреть, как там будет. Я смотрю, блять, кому кинуть. Пусть знает, у тебя меньше всех маны было кинул. А я не знаю, пишет не воевал, но просто все. Я ел. Не, пока я сидел, ковырялся в носу, блять, нахуй просто кнопку забыл отжать. Вот я смотрю, вы сейчас не стопнули касс хила своего, блядь, на этой, на печати. Да, я знаю. Я понятно, хочу... блядь, понятно. Мане. Ты специально по мане просаживаться забьешь? Не, сейчас, да. На этой фазе. Потому что она мне тут ресурса бесконечно. Ты знаешь, я одного челика знал, который хпс любил накручивать. Он, короче, в 10 гер пошли на лича, блядь. И он такой, блядь, заходит, ну, переходка началась первая. И он такой заходит, блядь, я знаю, знаю. В зиму, блядь, и хуярит хилку через себя, блядь. Сдыхает, блядь. Я говорю, ты чё, блядь, ебанулся? Я не видел, чё, в чем дело, блядь. Говорю, реса тебя, тут говорит, да, блядь, я его ресаю, нахуй. Он опять в зиму заходит, падает, блядь. Я на него ругаюсь, ору, ты чё, сука, говорю, блядь. Никому не охота вайпа свой. Я аккуратно же взрываю печать. Сама. А то есть такие челики, знаешь, которые голду о, платят. Смотри, сейчас жмахнул, смотри. Ну, видишь? Что-то под щитком, наверное, был. Под лункой. Не, ну ты прикинь, голду платить челикам, чтобы они на лане в лужу вставали, чтобы хпс тебе накрутить. Чтобы через него хилить. Не, не, там, там ГБ. Ну, лужа ты. Ну, наверное, который один стак. Бля, теперь еще котяра дал Индер, вы че издеваетесь? Я специально ее сажу. Не надо посмотреть рез маны. Там еще тотем маны, гимн маны. А нет, там-то я дал тоже до всех.
Нет, мне Иннер так и гоношек не было. У меня сегодня рейд 300к ДПС на сурке, захотели в целка, ну, в геру пойти. Я говорю, хули там делать? Тренироваться, типа, опыт получать. Какой опыт, блядь? Ну, я не знаю, что там можно 300к ДПС рейдом делать. Я прям не представляю. Не, ну, будущее, можно сходить. Ну, я согласился еще, как бы, ну, люди, видишь, поливали, сразу 15 человек ушло. Потому что, ну, там нет смысла сидеть. 3-5 траев можно дать, как бы, посмотреть там, как босс бегает. Я, короче, кубик нажимаю. Может, потом, может, как-то по-другому будем. Можно сразу с боссом нажать. Сумка пускай в боссе лежит. Блять, кто это там нахуй? Это ДБМ так? Да это у меня, да, орёт шермик. Блять, баба какая-то у тебя там, нихуя себе. Ну это типа на БГ-шке, понял, ПВП фигело. Телепортируйтесь там на груля. Там шкаф, как обычно. Блять, чё не отдаётся шмот, блять? Нажмите там, да, нет, кубик, крестик, какую-нибудь хуйню. Крестик? Все должны нажимать вроде. Как пофиксить? А, вот все. Минуту целую. Хорошо. Свой мешок зал съебался. Я бы, в принципе, сразу с босса раскидал. Но я не знаю, что тут выпало-то, кроме печати, блядь, толкового. Параша всегда падает. Бичам только нужен 245-му. Шмот это 260-й. Запредельная зона 52. РС-очку похилил Аршамой. Выпал пояс 271, я его спиздил. Ну как, спиздил там на правах РЛ, блядь. Там хэпал был, такой говорит, блядь, мне типа надо. Ну, он ни ролл не кинул, ничего. Там еще гильдия по ПГП. Где если типа один человек претендует на шмотку, то ГП не дается. Ну я, блядь, закинул себе в сумку, недолго думая, блядь. Плащик еще упал, РДДшный, и чешка милишная. Заебись. А у нас грульмаги КМ было уже после среза? Или нет? Нет ведь. После... Нет, это не было. Который 90... Просто интересно, да, за сколько будут уходить токены. А, ну да, интересно. Ну вот я вот так думаю, мне на друида не надо. Ну, сова, по крайней мере, 4 токена есть. На мишку я не буду пиздить у людей. Кто-то там, нет еще 4 кусков, я думаю. Вот, напало бы я позабирал, но, блядь... Протопало мне в Т9, влипало, может и позабирать, но как-то попозже, я думаю, терпит пока что. Я бы на ДКшника позабирал, или на РШамчика. Я счет иногда же не думаю забирать. Пятый кусок я, наверное, заберу себе на приста, потому что в ТТГ сейчас, может, с моим бонусом упадет шмотка, ее потом перерисуют, нарисуют нормальный бонус. Короче, мне нужен пятый апорт. Знаешь, как работает чарка Войт? Просто размах. Увечье усиленное по трем целям. Размах, снова увечье. Так пока да. Просто нон-стоп. Да это жестко вообще, это нереально жестко. Ну я не знаю, это. Блять, отдай мне своего друида, что за хуйня, нахуй? Я хочу эту чарку, блядь. Сам сука, понимаешь, могу... там, по сути, если так подумать, 45% шанса. Но у тебя пиздец, с размахом, блядь. С трёпки и с растрезать. Так это учитывая, что тебе две цели стрит, считаю, уже 100% будет хуярить. Типа размах-то по двум целям. Блядь, это да вообще... Да по-любому это нерфить будет, но это типа, ну жестко, там у всех одни хорошие чарки. Я про товару хочу такую же хуйню. Ну, у большинства, по крайней мере. Ну да. Прикинь, чего про товары, автоатакой ударил и шанс 50%, нахуй, что вокруг по пяти целям, нахуй, мощные удары, и там будут ебать. Сука. Нет, не, это удар грома. Да удар грома это хуйня, блядь, мощные удары щита, блядь, они больше всего грог генерируют. Так, или что-то так пишет? У тебя там вроде хил был, реген, 20%. Ну, чарка на хил там. А, да, блядь, параша там у вара, нахуй. Вот это на мишку мне прям, блядь, кайф просто.
Гевара создам как-нибудь потом, не знаю. Я вообще хочу, чтобы они чарки сделали, чтобы их можно было купить, блядь, что за хуйня. Пусть с ним, пускай кристаллы там выбиваются, а чарки, чтобы купить можно было. Потому что чё я, блядь, буду молиться ходить, она мне, сука, 5 лет не выпадет, и я потом игру просто удалю, блядь. Мне говорят, знаешь, как они сделают? Они какие-то свитки сделают, которые типа рандомно, понял, будут чарки кидать на твои эти шмотки, ЭГшки. Мне почему-то так кажется. Блядь, рандомно, но это тоже бред, звучит как параша. Ну, звучит как вытягивание денег, как раз таки. Ну да. В интересах Сируса. Верим через звездочку. Что у нас тут? 4 танка было обычно или 3? Давай 4, короче. Во всякий случай. Дерьмич, короче, на этом. На Локе чилишь. Чивава, короче, на... Как он называется, блядь? На короле чилишь. С кегли. Про товар будешь забирать с дерьмича 4 собаки, когда волн активируется. А Реслин на маги с этим, как он называется, блядь? С слепоглазом. Ну, так они легче ДКшнику там быть. Потому что он там косты хотя бы сбивает спокойно. А косты будут сбивать Саунджа. Слепоглазу. Ну... Так-то, по идее, блять, хоть кто там может стоять, но ДКшником я вот танчил, надо и агру набирать еще и смотреть на этого пидора. Может, это мне труднее было со стороны РЛ просто делать. Проще, когда какой-то челик просто назначенный сбивает и все. Давай я на слепе и кроши всегда там стоял. Не, дерьмич, давай ты на этом, на этом, как он называется, на Локе получишься. Там тоже интересно стоишь, там, блядь, не, этот прожал пленку, с тебя эта параша спадает, и все, изи. Стоишь, чилишь. А Реслин, ты на кроши и этом, как он называется, блядь, слепоглазе. Чай поставлю метки. Пока что пейте, ешьте. Так, дерьмище вот здесь в черепе Олма. В крестике Арислин с крошем. Чивава с кеглером вон там где-то в треугольнике. Ну и рейд где-то вот здесь тусуется. Ну примерно там плюс-минус. А этот самый протовар вот где-то сюда отводишь от Олма собак. Когда он активируется, 4 собаки выходят. Бдилку на дерьмича даже. Так, теперь... Ну, этих мобов вы знаете, я не буду хуярить метки или захуярить метки вам на мобов. Ну вот, допустим, крестик и луну держит этот Реслин. Короля звезду и кеглера треугольник держит Чивава. Черепок Олма держит дерьмищ. Протовар чилит и ждет собак. Собак кто у нас бьет? Ну, милики. Знаете сами, да, вары там, все вы это знаете, собак зергаете и все. Так, сейчас я проклятие поставлю диспелить. Проклятие диспелим. Маг, Войд, кто там? Рит и Калют тоже помогайте. То нас маловато, блядь. Все, проверка. Котяра может помочь еще. Да, котяра можешь помочь, кстати, с диспелом, если не трудно. Так, все готовы. Все, танки. Тут это, не припота, ничего не надо, просто идите, пуляйте. На счет 3, короче, танки. 1, 2, 3, поехали. Раз. Пока никто не бьет, ничего не делаем. Ждем, кто активируется. Кеглер активировался, смотрим на агро. Пока что там нету агра. Сейчас я пару гневов кастану, чтобы щиток сбить. Не знаю, сколько он там. Пока в поглощение уходит. Пока сильно не это не врывать. Хант можешь напулить там. Все, 200к есть вроде. Ну хуярим потихоньку.
Так, сейчас будет немножко ОЕшка, прохилим. Сонжи, два коста уже прошло, давай. Не а Сонжи, кстати, нету, блядь. Этот... Рид, выбери в таргет его, посмотри на него, да. Вот каст идет. Ну, бля, вот мне бы это, конечно, да. У меня ноль, понимаешь? Я промахиваюсь. Да я понимаю, блядь, Сонжи вылетел, нахуй. Кто еще может сбивать? Я, блядь, не знаю, кто может сбить. Ну только вы два шамана. И этот кринж, смотри, молитва сибу. У тебя там 20 секунд вроде когда. Кто там, кстати, активировался следующий? Ну вот, слепоглаза бьем пока что. Надо будет каст сейчас бить, кринж, который будет в конце активации. Ну я собью, да. Пока так хуярим. Ну я буду большой сбивать, потому что там КД большой. Да, да. Так, короче, глю ебану инер пока что. Котяра тоже ему инер захуярь прямо сейчас. Потом откатится. Все, вот этот хуярь, ага. Это не Якса сбил. Какой-то потный чел. Шаман, наверное. Все, стопайте там сейчас, если что, стоим. Калють! Активировался. Так, диспелечки, 4 человека, начинаем диспелить сейчас. Я сможешь подекурсить, я побью? Декурсии? Нет, нет, нихуя. Ты чё, тут я, ты и два Рошамы, блядь. А им тоже хилить еще надо. Ладно, давайте, ладно, ладно. Помогаем. Так, тем временем пока что. Пушнила, давай гим на ману. Калют, давай ТТ. Блядь, я кас проебал. Калют, калют ТТ. Захуяриваем. Порезаем немножко ману. Диспелим, диспелим. Че, собак убили там? Нет, что-то не вижу. Или че вы не отводили? Что-то не могу понять, что там происходит. Они исчезнут или нет? Я просто забыл, бьем их или нет. Нет. Собака. Сейчас солома закроется. Брустуем собак. Три, вон следующий. Цель убили. Молодцы. Заебись. Бейте, я не успеваю. Короче, забейте на собак, просто добивайте олома, блять. Хорошо, что не шотнула рейд, блядь. Сейчас подиспелим еще. Последний разок. Остальные все, кто не диспелит, добивайте просто босса и все. Дерьми, сейчас освободишься, заберешь короля. И последний диспел. Ждем, кто откроется, там следующий. По мне уже попроще. И нора через минуту будет. Короля. Бейте, мужики. Немножко, да, вот мне... сюда. Ага. Мне не хватает, короче, чтобы этот отказ два раза сбить. Короче, два Эршамы луну выберите, смотрите, ну, типа, если два промахнетесь, хуй с ним. Похуй. Слепоглаз луну бьем. Кого откидывай там немножко подальше, станьте от треугольника. Откидывай. Короче, знаешь, сейчас как сделаем? Сейчас он закроется. Сейчас глянем, кто следующий откроется. Он же открылся, просто добиваем. Да и похуй на его посты уже. Так, на тебе инерок. Котяра залей тоже. По оглю. Так, ну Рид, давай тотем, андертач, гимноману. Королеве порезаем немножко. Чилим. В одно ГКД 3 увечья залетает, если пробовать. Это пиздец нахуй, одно. Сука, отдай мне эту шмотку, блять, на моего миску, сука. Не-не-не, я к тому, что эта чарка, она... Типа...
В одно ГКД, вот реально, в одну секунду три увечья. Сейчас забить его надевать. В смысле, в одну цель, бля? Да, в одну цель. Бля, вот это смотри, же... у меня. Я словил прок. Я бью им от трёпки или от чего-то прока, и ты просто три раза подряд. Тык-тык-тык, быстро прям так. Это пиздец жестко, нахуй. Кегля активировалась. Кеглю хуярим. Милики, можете похуярить, только если вы отбегать будете от вот этой молнии. Там как на Зулджине. По скиллу надо отбегать. Ну, в смысле, не можете, блять, вы же не бичи какие-то, так что давайте бейте и отбегайте. Андр, чё спишь? Давай, я нахуй кого бафать буду. Да. А то так, блядь, до второго пришествия можно бить. Я макросом ошибся. Я не в том удал, сука. А что эта хуйня дает, которую ты даешь? Лапка или как? 10 крита. Просто 10%. Ну, ты что-то ондур бафаешь, это чё, чем? А его онка 10% крита дает, как магического и физического. Mm-hmm. Просто 10% крита увеличивается. Крошу. Ну, 100 сопродаешь, это понедельно. Хорошая тема. Блять, у меня тотем не забитый в этой хуйне, как он называется. В ТБМе, блять. Калют, у тебя сколько до тотема? Опа, у меня тоже парпал, кстати. А, уже есть, да? Ну, хуярь, короче, тотем и владыка, давай гимна ману. Готовимся, сейчас скоро надо будет захиливать. Уешку. Термичек готовь незыбку. Давай незыбку. Пушили на 2 гимна хп. Заебись. И добиваем дальше. Добьем, наверное, у нас экзекутка будет. Ебать там по реслину на мага проходит. Хуйня не прокает. Сейчас на экзекутке добьем, я думаю. Может кастанет немножко? Да уже по хулям. Скоро крош будет. Ой, блядь, кеглер. Там, блядь, чуть-чуть. Можете его уже хуярить. Так, там какая-то параша, что это? Иссушающая аура, милики, отойдите. Это вроде вас дамажит и... А вроде их нанесло. Чё, бля, неужели шипы? Искон, бля. Ебать. Это не 30%, да? Бля, так долго, может заскриним на Ноем на форуме, нет? Я уже заскринил. Андрюша, Барбарос, я не давал им. Я ебала 15 минут бить босса опять этого. Да пиздец, не говори, блядь, хуёво. Чё там крит-скин калинковал? Какую-то хуйню соседа, это сообщение было длинное, ничего не понимаю. О, там скинули скин нормальный. Ты нахуя соседа убил? Залейте кто-то на вип-форум, пожалуйста. Ты его убил. А, вы имеете в виду это скинуть скрин этой хуйни, что мы типа побили и чтобы нам убили этих. Да, чтобы нам откатили до самого короля. У босса не 2% хп, идите нахуй, они скажут, тут и все. Да, по-любому, блядь. Да, это 15 минут ебени опять. Ну, вроде как випом. Если нам реча не возвращали, когда касцена начиналась, то как бы, блядь, груля. Ну, попытка не пытка.
Им сейчас вообще на все плохо, может их всех хейтят и матерят. Горячка, вот их никогда не хейтили, не материли, блядь. Пока да это как хуйня. А это не может быть? Слышите, сейчас я перебью сорямба. Вот котяра, смотри, три инера я дал. Я отлетел, полетел, глю, кинул инер и назад побежал танчить. Ну, возможно, я словил прок вот этого, чарки этой. Она могла сработать? Он реально показывает три инера, смотри. Кстати, а может быть? Одновременно я три инера дал по людям. То есть два рандомно, Войду и Барбаросса. Это да жестко. ну нахуй. Надо потестить это. Ебать. Это очень сильно. И только эту хуйню не рассказывай никому, нахуй. Да, будешь... Знаешь, я подозреваю, я словил вот этот прок, по трем таргетам бью, но видишь, на инер работает он, видно. Да, но ну это нахуй, баг. Блядь. А когда это было еще раз? Я пойду посмотрю это на записи. А вот... Когда он в рейд отлетел. В начале было? Да, это вот прям перед ребутом почти. Прям там минуту, может. Посмотри. Ритан сейчас нахуй быстро расчехлит. Три бомбочки, говорит. Все баги будут занерфлены. Нахуй этот ребут? Там пускают вообще, нет, на сервер? Нет еще. Сука. Блять. Давно ребутов не было таких беспонтовых. Бля, ну это прям жестко, конечно, три инера. Ну, это два рандомных, понял, получается? Да, понял. Один нормальный, типа, и два рандомных, да, еще вылетело? Ты мне сейчас ник Челика напомнил топового с циркуля, блядь, инера, блядь. А чё, это типа сарказм был? Он, правда, ведь хорошо играл, Славчик. Это не сарказм, блядь, он топовый Челик. У него же там что, блядь? Ага. У него все ачивки сделаны были, тупо все, прям нет такой ачивки, которую не сделал. И потом На циркуле легко. Был какой-то турнир, блядь, где все классы. Все классы друг с другом бились сначала, а потом лучшие из них по одному типа бились между собой, и он, короче, всех. Ну там хули ретрик, нахуй, все понятно, блядь. В смысле, и что хули ретрик? А этот как хуйца отсосал R4? Как он? Тут тоже, кстати, он играет. ДКшник. Блять, как же его ник? Нет. Паладин на паладина не дрались. Он один из лучших ретриков у нас считался. Ондра? Нет. Блять, он тут тоже, сука, играет. Как он? Разум. Офицер. Это баку котяра. Риндо? Не, я не шарю. Риндо? Официантка? Официантка? What the fuck? Я не шарю. Глазатор, официантка? Блять, не, я, короче, не вспомню, наверное. Да и похуй, ну скажем, что какой-то охуевший это? Паладин, да. Ну, короче, да, Нейро тот турнир выиграл. Нейро? После этого Нейро сказал, что я выиграл турнир для тебя, а ты не хочешь ответить мне взаимностью. Нейро? Да. Ты, кстати, с ним общалась, ты в курсе? С кем? С Нейрой? С Нейро, за ТВ. Какой? Это два разных челика, я так полагаю. Вы вообще не знаете Нейру? Мы знаем Нейро. Нейро. Помнишь, когда в Дискорд бухой чувак зашел? Ну ты сами твоя сила. Да, и чё? Ну вот это Нейро. Нет, это совсем другой чел. Нет, это Нейро. Они не шарят нихуя. Да это вы не шарите за Нейро. Циркуль ПВЕ, блядь, X1, Логан 3. О, Циркуль Е, Циркуль Нейро. Циркуль, блядь. Циркуль тоже Нейро Е. Сколько лет этому серверу, блядь? Какому циркулю? Ну, блядь. Ну, его уже все вайпнули. Девятый год. У меня ачива 9-го года. Да, 9-й год там. А мне только 10 лет. Да. Я 2... Блядь. Она. Со школьниками играем с какими-то, блядь. Че? А голос хотя не похож. У тебя баг, да? Мне вчера чипсы разрешили. Я в 2009-м только родился, нахуй. Ай, блядь. Как не в 2020-м, блядь. Беба Ян. Что там, сука, пускает, нет? Янг. Нет. Ебало, блядь. Вы там чекните, может, обнову какую надо скачать? Да, надо. А чё, кстати, уже был этот... Реворк включили, ну, типа, как сказать-то правильно, блядь? Активировались эти их ебаные изменения на ШП, на сову, вот это санцепа? Кстати, нет же еще. Нет, вот походу сейчас будет, да? Ебать. Сейчас прикинь, заходим, ШПшники. Бассейнер упал, и каждый раз он думает, ебать, сейчас что-то... Что будет, да?
Сейчас заходишь, и пешники 10к дают, нахуй. О боже, это что? А сама 30. Нет, обновы. Славик, я тебе рот с мылом помою. Я там так боролась за шипы за этих. Заходит, говоришь? Да. Заходим. Шипешники 10к. Вау, сейчас опять это слушать. О! Нет, как? Да. Типа, а как без обновы? Без обновы же не может быть. Да. А как сделать, чтобы аддоны не слетали, блядь, сука? Вчера сообщение, когда в игру захожу, откуда-то разбой. Ну, заходи через ту же точку доступа, через которую ты играешь обычно. А. Проверяем, может, ты зашел в другую точку доступа? Да не, я не понимаю их ебаную логику. Нахуя вообще мне выбор точки доступа давать, сука, если я не хочу ее менять, нахуй? Вот это вот, нахуя вот этот на экран мне вот эту парашу, блядь. И она еще серым светится, блядь. Моя точка. А если ты захочешь ее поменять, например? Ну, какую-нибудь кнопку бы придумали, нахуй. Во, вроде ничего не слетело, заебись. Какие поставили кнопку, блядь? Ебало эти кнопки. Алло, включите серф, чел пишет. Радикулит, нахуй. Радикулит? Радикулит пишет, ну, я просто заметил. Смешной ник. Пишет, алло, включите серф. А где это ты видишь? Радикулит, нахуй, смешной ник. Ну, в ЛФГ, просто в ЛФГ. Смотри. Скорее всего, пишет, уёбки, блядь. Чё, поменяли, ну, что ли? Я иногда убираю, я смотрю, что они. Особенно после ребутов или когда лагают жестко, чё пишут. Чё, поменяли, что ли? Я не могу вкурить. Да ну нах. Взрыв разума. Вносит дополнительно 33%. А? Нет, это поменяли? Вроде не... Поменяли? Не, он старый вроде, да? Ой, блядь. Тут босс когда зашел. Ну чё страшного, выбегаем. Блять, босс ебаный сагрился, нахуй. Пиздец, нахуй. Уносим ноги, нахуй. Значит, Адель, нужен запланированный рестарт. Нужен, блять, удаление. Ой, ребята, готовьтесь же шоу. Пизди. Нас пиздят, меня убили, нахуй. Так, сука. Все, да. Там пункт какой-то закрутил жестко все. Беспредел. У нас нет. Ебать вы жесткие. Там сова какая-то, хуярьте сову, нахуй, вот эту вот. Он звездопад дал, прям сало ему, блядь. А чё ты мне дал? Так я вообще вышел в коте и сдох, нахуй, меня запиздили. Ладно, я тоже умер очень. Пока я прогружался. Вон там владыка ужаса, давай хуярь, бобрясон, бобрясон. Крути бэша, давай. Королева, щитуй. Барбарос, просто давай масфир, блядь. Котяра тут, давай, размах. Ебаш, размах, просто размах. Релит, нахуй, слышишь? Нахули. Папа, я стрель жму ради тебя и показываю, что им такое, ну, конкретно PvP нахуй. Бать, там ДК танк какой-то. ДК не бейте, просто хила найдите и бейте хила. Все. Этим острее. Что, еще вот этих прибьем? Бля. А что ДК? Вот это не трогаем, не? Да танк хули его колупать, блядь. Короче, резко. Колупать, я ему ебало снесу. А срез, дайте. Теперь можно поставить направление ГИИ теперь в PvP. После этого замеса. Челики в воздухе висят. Ну нахуй. До реса 3 секунды, нахуй. Сейчас. Ресаемся, заходим, короче. Типы получили пиздюлей, блядь. Да бля, опять согрели. Ну зайдите уже, ну чё. В инсте бой, ну, выйдите, с... не... выйдите с инстапа, чтобы там боя не было. Здесь степь, короче. Который заходит. Давайте бафаемся, пока жрём этот... пидоров всяких убиваем, чтобы они где-то... Чтобы не шо. Чтобы наши пацаны вышли, короче, их... не запиздили наших пацанов. Чё там, боя нет в инсте? Блин, волос. Заходим в инст, боя нету вроде как, я зашёл. Шедовара не зашёл. Два чела зайдут прям, блин, под босса. Вот зайди, сразу всё включилось, кстати, когда зашли. Ну сагрится. Вары, заходите, Синжура, Феникс. Блять, ну сагрится. Далеко туда в комнату не заходите, чтобы ещё уйти, блять. Чё, ой, все, я ухожу. Беги, сразу, блядь, Вар. Обратно. Беги, Вар. Синжура. Интервейт, бро. Интервейт. Я побежал, ребята, давай. Блядь. Блядь, ты тормоз. Успехов там. Съёбываю. Сейчас он сдохнет с Фарбой. Феникс, ты тут, блядь, заходи, этот самый, Вар. Загружайся в игру, блядь. Сейчас опять будет. Готовимся, если челики ждут нас красные здесь. Не, никого нет. Смотри, сколько трупов, блядь. Кто-то проклятие вешает, я диспелю. Какая-то хуйня. Чё это за проклятие, блядь? А, это... Это Солма, нахуй. Сука. Хохмы, блядь. Ждём, короче, здесь Вара, блядь. Ему нужно просто кикнуть, наверное. Здесь. Феникс. Ещё один. Ещё один, Вар. Грузится. Грузишься?
Кто посмел? Кринж. Бебо, пиздить ногами надо было. Заплевать его теперь. Где он? Все, Феникс, там сагрился босс, посмотри. Да. Ну так нет, все, заходит. Где кринж? Ты где, блядь? Ну как всегда. Он валяется. Слушайте, где? Мы его пиздили только что, блядь, еще. Кто кикнул? Я не знаю, кто кикнул. Но он сам вышел. Он сам вышел, сам отпиздился, сам себя отпиздил. Блять, ты реснишься там или чё, блять? Или тебя реснуть? Сейчас подожди. Бать. Кто-то ресает его там? Беба, казню. Все, пошли, уходим отсюда, блять. Сейчас нам пиздюлей дадут. Вон красный тип какой-то, блять. Вы видели, блять? Чуть-чуть пизды не дал. Все, фулл баф даем. Рыбу ставь. Ебать, тоже мне, блядь. Рыбу ставить опять обязанность такая-то добавилась. Короче, рыба где-то сейчас будет возле совы. Блядь, ставь все уже. Вот, стоит. То же самое по танкам. Короче, это самое. Саунд же у тебя это не вылетит, надеюсь, сейчас. То же самое, так же стойте, короче. Саунд же слепоглазу сбиваешь косты. Его там запомни, цель нажми. 10 секунд прошло. Чек. С пула ничего не бьем, ждем, пока откроется кто-то и хант уже на пулю, тогда щиток собьем. Рид готов? Прием. Не важно ли будет, блять. Рид. Ногу чесал, чё? Ногу чесал. Танки запускайте, ждем, пока кто активируется. На счет 3, раз, два, три. Поехали. Так, я лапу кину. Слепоглаз. Пока не бьем, там агра нету. Вон хант на пульс, слепоглаза на реслина. 100-200к. Это, скорее всего, осторожно там, смотрите. Ну, короче, бьем потихоньку, но смотрим в этот ломан. 400к, 500к есть, нормально. Так, Саун же ты смотришь, да, не вылетаешь? Ну, блин, уже маны нет, нихуя. Вы что, не поели, что ли? Короче, тебе Индра залил. А этот котяра по королеве залил. А, ты не заметил, что просто Лестин по победе там отлетает просто от магии? Ну вот да, я просто, блядь, свет небес просто по КД ебас. Ну, короче, он оверхилит. Понятно. Так, смотрим, тут следующий крош. Стоунти. Щиток немножко собьем, там 200к агра немножко меньше. Это Глобая побежал, слышь? Кто побежал? Глобая побежал, забери его. Так, ну хант на пуль, короче, кринж осторожно с агро. Скорее всего. Короче, этот Бобрусон, дай сальву поскорее всего. Дай спасение. Так, ну давай, Калют, тотем ставь и пушили на гимноману. Я за тобой прошло. Бобрусон, огонь, ауру поставь. Будешь мастера ауру давать. Реслинс. Реслин сокру готовь. Давай, мастера ауру, сокру. И захиливаем. Все, стопаем. Следующий будет. Он же открылся, его же бьем. Надеюсь, захуярим. Короче, хуярим сильно, прям прожимки не жалеем. На экзекутке, может, захуярим. Блять, я даже припот выпью. А, убьем нормально.
пушили на гим на хп, давай. И смотрим, кто следующий. Кеглер. Кегля активная. Возле короля стоит. Глю там пока не напряжно, может клятву слить. И нора, короче, по 20 секунд. Да я пока собаку еще бью. Короче, я также глю залью, а ты, котяра, зальешь королеве. Мне надо, мне, у меня финда. Хорошо, это самое. Котяра тогда по глю тоже с инорок свой закидывай. Ты ботливый, блядь, Рэл. Ну а хули, блядь. О вас не позаботишься, вы, блядь, вы понетесь, блядь, как обычно. Так, смотрим, кто там. Феникс, походу, крашнулся. Да, похуй. Готовимся диспелить. Два аршамы. Диспелим, короче. Вид, тебе залить, нет? Да, Юлька, я тебе хочу залить. Ну давай. Похуй, заливай. Как хочешь. Залей полный бак. Фу, блядь, придурки. Да хуй это сказал. Бля, о чем ты сама подумала? Да-да. Во мне проблема. Всегда тебя демонизировать пытаются, да? Негодяи. Что там, блядь? Будет он сегодня кастовать хуйню свою? Простую. Я что-то забыл, блядь. А это я с пугами бил собак. А мы всегда хуй на собак закладывали. А, ну вот, кегли активировалась. Все, кеглю бьем. Сейчас добьем кеглю уже, спокойно. Бля, кринги кинги. Это не я, это Андрей. Я ему ещё в рот носу. Я забыл, что я не выключил микрофон. Я там Мондру бафал, думал, что он сильный. Босс скучный, блядь. Ну да пиздец, босс вообще ебатина, блядь. Мондру, ты что делаешь? А тут ведь сундук? Там просто Феникс вылетел. Нет, с босса здесь падает. Я сейчас кушаю тук. Чем? Так а чё Феникс, чё? А он... это угадать уже нужно. С зеленью. С сыра. У него ЕП столько нет, чтобы что-то ставить. Да, он ОМ активировался. Забиваем хуй на собак. Давай. Бей. Диспелим. Уничтожь. Остальные все я просто дамажим. Вкусно. Чё? Ну, самое вкусное. Спицы тоже заебись. Ну, такого выбора нет. Ну, все равно лучше будет. Выбор есть всегда, блядь. Добиваем этого пидора. Хочу пиццы. Я хочу чипсы. Так, я думаю, кто же следующий активируется? Наверное, это будет слепоглаз, да? ЕП за декурс будет? Алле. Ты давай, слыши, ЕП, да в прошлом, блядь, пули я тогда был первый. Я ничего не сказал. Какой ЕП за декурс, нахуй? Вообще охуели, блядь. Я как-то раз... Я как-то раз 33 задекурсил, на втором месте 32, мне хуй ЕП кто дал, блядь. Пока пул не считается законченным, ну это... Этот пул не просто законченный, он конченый, блядь. Пул этот... Все, хуярим, короче. ЕП за декурс будет? ГП могу только въебать. Я понял. Не, я говорю, пока бой не закончен, может произойти все что угодно. Ну сейчас, короче, гуляясь из первого трая, ебанем. Если закроешь 5 рук, нахуй, то тогда дам ЕП. Я понял. Доп, рум, 4 доп, доп миссия, блин. А там, ну, тебе-то сотку давали, это по раньшим расценкам, блядь. Сейчас-то цифры поменялись. Наверное, надо 10 ИП только давать. Ну давай, сколько должны дать? А, не знаю. Я старался. Да я тоже старался, пиздец, видишь как. Аж затмение прокает. Ты чё там, Юлька? Все, я удаляю персонажа. Кринги-кинги.
Угораешь? Ну. Не, он не кринги кинги, блядь. Он, ну, не кинги, принц как минимум, но не король точно, блядь. А ты почему? Ну, кринжеватости мало у тебя, блядь. Надо побольше, чтобы быть королем. Почему? Хотя бы в Аркане играл бы, если... Так я играю в Аркане. Ну да, я и смотрю, блядь, что у тебя там, ледяная стрела, блядь, Аркан охуенный. Ну да. Бля. Пять рук одновременно, да не обязательно одновременно, хотя бы две, потом еще две, потом еще одну, блядь. Одновременно. Да. Получается пять. Короче, я быстренько этот лут заберу, чтобы это, блядь, вы кубики не тыкали, а то хуй дождешься от вас, блядь, и пробегаем сразу. Ну, опять кто-то спиздит камень, блядь, да? Какой камень? На сумку, о, блядь. На все ритмы. Сумка уже с магика была. Юрит забрал. А, да, смотри, не, ребят, 5к на луксоне, она уже висит, так вы можете закупить и может там сердурок выпадет, я ж не знаю, ну что хотите. Пиздец. Ёбаный рот, Войт. Чего? Что потом я... Чё, прокнуло что-то? 5 раз подряд. Пиздец, да ну нахуй. И без ГКД, просто бам-бам-бам-бам-бам увидел. И короче, не рассказывай никому нахуй. Ну, пускай админы лучше не знают, не лезут в эту хуйню. Ну это баг. Эта чарка, она убирает КД. И, бля, если она прокает моментально, то все, ебать. Просто мак... Ну, 5 раз подряд просто, ебать. Это жестко, пиздец, конечно. Не, но зато какой кайф Мишка будет танчить, да? Вот ты в РБК попробуй сходить этой хуйней. Это, кстати, что за шмотка, я так и не понял. Ноги, пояс или что это? Это без разницы. А, тебе может пояс выпасть. Мне кисти рук выпали, РПБ. Феник, заходи. Ебать, таблички еще закрывать, нахуй. Вот это ОД, блядь. Кто знает, как их убрать, блядь? Пробегайте там сразу до туда. В ЕПГП лутмастер? Да, да. Хуй знает, я тоже борюсь. На оба клавишу нет нажимать, когда ты получал. Да нахуй мне это нет, блядь. Так я и так. А так просто заходишь в модификации, и там вот именно вот мастер. Берешь, просто отключаешь вот эту часть. Какую часть? Что вот эти получаешь? Ну, ЕПГП, вот мастер. Именно от этого часть. Блядь, ты мне совсем. Ну, я его не хочу отключать. Дело-то не в том. Это тебе и всего не нужно, тебе ЕПГ будет работать. Просто от этого мастер таблички не будет больше ебучие. А они типа в обычном не вылазят, таблички эти? Нет, у меня вот просто ЕПГП включен и все. Вот мастер у меня отдельно отключен. Вот эта именно часть. Mm-hmm. Чтобы ничего таких таблиц не было. Ну ладно, похуй. Хули. Там их 3 ЕПГП просто. Вот мастер, что-то там еще и вот само ЕПГП. Он стоит из 3-4. Сейчас все сдохнут. Давайте массрез. Так, что там, 10 челиков мы ставим, да, под босса? Так, Рога шаришь, Котяра шаришь, Вары шарите, да? Кто там не шарит? Короче, на руках Вар, Чивава в кота. Реслин и Протовар на руках. Ермич босса танчишь. Так, кого мне сюда закинуть? Давай Вара сюда. Блять. Так, и Феникса сюда. И кого еще, блядь? Бобрсона вместо, скорее всего. А Пет работает, нет там? А Пет, по-моему, не работает. Да, сейчас работает. По-моему, не работает. Меняли, но фиксили эту хуйню. А кого тогда ебануть туда, блядь? Элема, что ли? Охуенная идея. Как бы мы его сейчас ловил. Десятый кто-то вместо Лока надо. ШПшник нормально там постоит, нет? В прошлом. Да, Лок покинь с этим, с разделением урона, с Петом, как хуйня, связка душ. Есть такие Локи? Прокачанная связка душ. Барбарос, у тебя связка душ, да? Тебя может ебануть туда, под босса. Шаришь бегать? Подъебало, из-под ебало выбегать. Я тебя, зачем короче... выбегать? Пусть там стоит и все. А что ты Реслина не хочешь? А, он руки. Руки, но...
Не, ну я не знаю, если оставить, допустим, одного вара, то Реслина можно в ретрикой туда ему на ДПС даст. Но да, тогда, да, вам, тогда вам надо вдвойне усиленно смотреть, блядь, это, за территорией. Короче, давай, Реслин в ретрика тогда, пизду. Один вар бегаешь там, чилишь. Ну ты ближний сюда, к выходу, где эти мобы стоят. Кстати, а чё, мобов отодвинули? Ебать, у тебя ускоряется. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Кто ускоряется? Дискорд. Ну, Дискорд, ты говоришь, походу подлагиваешь, у тебя ебать скорость будет там бешеная. Я, скорее всего, только у тебя, потому что у меня нормально говорят. Да, это все нормально было. Слушай, я не помню, мобов вот этих мы били или нет, или они дальше стоят? Вроде я не... Так же, нет-нет-нет, Славик, так же стоят. Короче, пошли тогда. И закинь Редара Аделю в пати. Аделю куда-то в пати? Там, в третью группу, короче. А кто Редар и ну, типа, и из какой пати его закинуть? Пошли, мобов хуярим, короче. Давай, подожди, давай без мобов. Yeah. Без мобов? Давай, они не должны агриться, давай не будем... Я вроде много раз убивал, не били мобов. Там руки рядом могут быть. Да не, вот тут максимум. Руки вот здесь в решетке, да, там они не агрятся. Никогда не убивали, все нормально. Короче, вар, ты вот этих ближних, вот ближних вопам. Кто, блядь, никогда не убивали, блядь, ты чего рассказываешь? Давай попробуем не убивать. Так, где печка, нахуй, сейчас я найду, подождите, блядь. Славчик, дай рыбку. Бегите сюда, к сове, тогда сейчас рыбку дам. Вот рыбка. Где крест, нахуй? Вот тут я что-то забыл, блядь. Вот здесь, да? Правильно? Я что-то... Или там дальше? Ну, вот здесь. Вот. Да, точно. Что, блядь. Комнату оббежал, блядь. Голова кругом пошла. Короче, вот тут стоят первая, вторая пати. Вот. Остальные там, вар и... Третья, четвертая, вся пати, закрываете руки. Хант, в том числе, 4 хила хилят. Всё, готовность. Главное, червей там, всю хуйню вот эту убейте. Петов не вызывайте, присты там, знаете, да? После ошеломляющего что такое вызывайте собаку, если надо. Чтобы она... Так, дай ассиста, пожалуйста, он перекидает, пока ты объясняешь. Кому, скорее всего? Аделю, да. Перекинь. Все, первая, вторая тут стоим. Дермич танчит. Из-под ебала, сами смотрим там, если типа каким-то образом 100 раги будет и сразу адский будет, то выбегаем из-под ебала. Дербище в сторону, вот ты вот его сюда отворачиваешь к печке, а мы дальше это, назад за спину убегаем. Все, давайте встаем. Чек на пол. Третья, четвертая пати, на вас две руки как минимум. Третью там вар закрываем. Че, все готовы? Не. Кто не готов? Готов? Спасибо, Бланк, спасибо. Сейчас прекнусь, секундочку. Чё, черви у тебя там? Я забыл. А то сейчас, блядь, раги накупятся. Всё, готов. Давайте на счёт 3 пуляем. 1, 2, 3, поехали. Сразу давайте Геру. Так, 40 раги нормально. Сейчас печка активируется и будет... Оп. Дальние руки. 89 будет. 90. Руки. Так, сейчас еще удар.
потом будет печка после этого удара. Все, уходим за спину. Ставим за спину. Дермиш, готовь свою прожимку там. Сейчас эта хуйня кончится, еще этот удар будет один мощный по тебе. Нет. Да, да, будет удар. И потом адский. Все, адский. Возвращаемся под ебало, захиливаем. Возвращаемся в крест. Так, бланк хант сдох нам. Ну и пускай лежит, короче, пизду. Там руки бега закрывал. Ну у вас там еще 15 человек, блядь. Ну 10. Третья и четвертая пати. Руки всего 3. Следующий вариант. Так, после этого удара будет печка. Там с ракет прибавится. Ну, где-то 95. Так, сейчас должна быть печка. Он еще будет кастовать, да? Если что, там свои прожимки прожмите. Сейчас немножко посильнее нас ударит. 30 стаков. 96. Сейчас еще один ошеломляющий ждем и за спину будет. Минус 8. После этого сразу за спину уходим. 99 за спину. Так, адский. И подъебало быстренько. Возвращаемся. Пушили на гимн на ХП. Блять, где там? Да хер, говорю, я встану. Так, Калют... Я могу просто по КД вставать, меня сразу продевает до конца. Калют, давай тотем, короче, и пушили на гимновану. Немножко порезаем. Я хочу боль. Я говорю, уйди. Боль нет, будет, бля. Я хочу. Сука. Перчаток. Ну, давай пока закинь. Ну, две руки, две перчатки, правильно? Такс. Так. Да, чё там, блядь? Да, сука. Ну, заебись, мобов не надо бить. Чё мы били? Чё, три печеньки сразу, да? Хули. Там же параша всякая выпала. Или чё, или парашу сначала полинкую. Короче, если кому-то надо, сразу говорить.
Вот это параша бесполезная кольчуга, блять. Вот это вот хуйня. Если кому-то надо, сразу там пишите 10. Спасибо. Вот это хуйня. Вот это, блять. Бробяшка обоссанная. И что тут еще? Кольчуга обоссанная. И предпоследняя вот это. Не, стой, Войд, дробяшку, дробяшку. Я на дробяшку готов. Так, котяра дробяшку, да? Или нет, это глю. Так, глю дробяшку, а тебе еще котяра. Посох, посох на посох. Котяра 10. И глю 10. Так, давай глю. Ну, нажимай обмен. Да я нажимаю. Да не ты. Там котяра не принимал. Посох 260. Ты... Посох ушел, да. Посох... Какой там посох был? СПДшный или котовский? СПДшный. А ты какой хотел? Бля, не знаю, чего про посох. Короче, поехали, блядь. Первая печенька. Нихуя, 3000, ебать. 5к. Да идите вы нахер. Жестко. А, началось. Там в банке все идут, блядь. Модель у него всего 500 было. Хантер, да ебану, последнюю печеньку хрен соберешь. 5500, ебаш. Банк, у тебя же больше, давай. Андрей, ебаш, ах. Че, все, скорее а, всего, 5500, скорее всего, обмен. Кадер меч завтра погибель. Вторая печенька. А че, будет резко? Вторая? Да, да, сейчас в резку летите, кто кому не надо печеньки. Не, я на рогу зайду. Я тоже в резку хочу. 4800. Я вам портик поставлю. Если КД, то на твинков там заходите, похуй. Че там, 5к ондра, 5100, калют. Все? Раз, два, три. Калют, 5100, обмен. Андертач 5200. 5200 андертач тогда. Пока не кидайте, не кидали. Андрей, ебашь. Это все равно, что к стенке человека представить, сказать деньги, кладу, раз, два, три, нахуй. Ой, прости, я долго считал. Все, андертач, давай обмен, блядь. А то это пока они там напишут. Давай обмен. Блин, ну, если мне последняя нужна была, я бы задушил. Так, ну и третья печенька сейчас. Ну, будет на одну меньше, потом скары заберешь потом. Одну. Последняя. Ну, да. Последняя печенька. Ну, а так две, смотри, блядь. Типа потом хуй знает, когда вообще пойдем вот этот гульмайк. Может, вообще нахуй не пойдем. 4600, 4700, 5200, баланс. Какой бланш? Бланш. Бланш. Бланк. Блю хуярит. 6к. Бланк. Я, блядь, последнюю печеньку хочу себе забрать уже, какой рейд. Давай, красава, 6к. Я ебал. Все, 6к, мы не будем ставить. Прыгайте в порт, я сейчас себе смогу. Это давай. Надо нахуй 5 целка хуярить. Сейчас, секунду, подожди. В резке падает чешка, и она уходит там за 2000, да? Все, я так портанусь, там остальные прыгайте в порт. Я это... Сейчас, подождите, с рейда не... Дайте на резку, батя. Блядь, не пизди. Да подожди, блядь, ебаный в рот. Этот... ЕП спроси. Дашь там 500 тогда ИП или мне самому дать? 500-то немноговато. Вроде Кирилл 500 писал. За ГМХМ. Спроси у него еще раз, просто да все. Может сам учитывать. Ну что многовато, да, блядь. Короче, рейл. Куда пояс с посохом уж едет? Я думаю, 3 сотни нормально, по сотке за босс. 500 он мне писал. Ну, за замену будет, нет? За замену? Кто там, ну, Чивава там, кто с правами, возьми Бент, там, кто на замене был. Бент еще. Покидаем, пати, пока. Я это... Чё ты про пояс? Пояс, блядь. Пояс и посох будет. Пояс какой? Посох какой? Посох я... посох я дал, короче, какой-то котяре. Минут 10. Я даже чат не успел открыть, как уже забрали. А ты кто вообще? Прист. Прист. А какой там посох котяра был? СПДшный? 60, СПД критхаст. А, СПДшный? Ну смотри, если тебе надо, ставь там 50 ИП и заберешь. Че за прист? Как ник у тебя? Я хуй знаю, там духа приступил. Пушилина, вон. Да. Если тебе надо, у котяры возьми посох. Я думаю, он его не зачарил. Все, пушилине 50, котяре плюс 10. А посох? Что? Пояс. А он там уже камни воткнул, уже носит. А пояс тканевый, духастый, имеешь в виду, да? Да, да. Он у меня, короче. Ты где? В каком городе? Доларане? Сейчас в Клаку.
Заходи в клан. Хотя дай, пожалуйста, пати на рогу. Сейчас я пока не дам пати, я с другого перса иду, мне надо МКД. Все, подождите. Если... Ну, сейчас браку, да? Да, и можешь начать собирать, короче, в РС-ку. Если ты без КД, начни собирать там, кто готов. Ну, плюсуйте тогда. Сейчас я шмотку отдам. В клаку подходи, Пушилина и Котяра. А можешь написать, пожалуйста, РС? Котяра, ты передал этот самый, как он называется, посох Пушилине? Не, бегу еще. Ну давай, беги. Так, Пушилина, где ты? Тюрьму надо, какая РС? РС-ка помойка. Шмот, блядь. РС-ку сгоняем, потом в тюрьму. Что-то в бебосбор сделал. Мне чешка нужна. Я вчера посмотрел на эту чешку, наверное, я знаешь, как я убесился. Какую РПБшную чешку тебе? Угу, хиоскую, блядь. Сейчас на энхе будет чешка была, сейчас